Я его вижу. Он прямо перед тобой. Вот черт! У него тут целая армия! Черт. Уходим! Уходим, пока нас не достали! Убейте эту сволочь! Мокрые места.
Смотри за ним! Я не могу тебе этого! Я!
Получи, гадёр! Поджарь его! Thank you.
Мия, ты что тут делаешь? Сдавайтесь и выходите из здания с поднятыми руками. Это последнее предупреждение. Приготовиться! Эти обколотые не понимают слова «сдаться». Придется всех перебить. Матадор и Родригес идут через боковую дверь. Моя группа наступает с фронта. Давай, Виктор! Зарядка!
Не стреляй, придурок! Не убивай меня! Если оставишь меня не в живых, думаю. Получи, я тебе все расскажу про лаву Лидора! Все! Мы знаем про лаву Лидора все, что нужно. Что уставился? Помоги, Родригес. Ее ранили в плечо. А вы приберите этот бардак. Лава Лидора получает листья коки от некого Еси Лева по кличке Майор. Это бывший израильский наемник, который прибыл в Колумбию в 80-е годы как военный инструктор. Он обучал боевиков и в конце концов решил здесь осесть. Сейчас он контролирует большую часть плантаций коки в области Сан-Хосе-дель-Гуавира. Но майор поставляет наркомафии не только коку, но и оружие. Совсем новенький. Фабричного производства. В последнее время мы то и дело находим их на трупах. Неплохо. Обезвредив майора, мы убьем двух зайцев одним выстрелом.